Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости этого канала. Кстати, подписывайтесь, кто еще не подписался, будет много чего интересного. С вами по-прежнему Аракис, и в этом выпуске мы снимем четвертый гайдис по поводу механики и скиллов интересных, там, фишек этой игры, тому подобное. Да, вот вы видите у меня под вебкой то, что будет сегодня обсуждаться, и давайте перейдем непосредственно к монстрам. Первым мы будем обсуждать макаку огня, сейчас сразу найдем его эвейкнутого. Вот мы и перешли к этой обезьянке Мэй Хоу Ванг. Мать господня, как же его назвали? Ну вы знаете, я не отказался бы от него. Во-первых, у него полезная лидерка для Гидры. И очень он бы мне заехал неплохо. То есть вы знаете, полезный у него есть раскольчик. Так что все в принципе классно. Плюс у него классная пассивка. И поговорим о самой пассивке. Многие путают, многие не знают. Задают мне, наверное, ну неделю раз пять. В принципе, один и тот же вопрос. Как же работает пассивка у этой макаки? А точнее, главный вопрос и ответ на него. Стакается ли атака только белый стат его, то есть родной стат, или общий стат, то есть увеличивается на атаке. Скажу так, проверить это очень на самом деле легко. Даже арене, атакуя любую вот эту вот макаку, то есть не обязательно, чтобы она была у вас или у ваших друзей, это все можно методом тыка проверить. То есть 100% работает его пассивка только от белой атаки. Это в принципе и все, что я хотел рассказать о этой макаке, да, так что не заблуждайтесь и не думайте о том, что атака работает общая, то есть можно поставить какие-то атакующие руны, сделать ему там плюс 5000 атаки, но это, конечно же, бред, но все же, пассивка работает только от белого стата. Итак, перешли мы к Акроме и поговорим о пассивке этой Акромы. Если скажу так, Акрома Валькирия Света, она все-таки, наверное, создана больше для защиты, чем для атаки, потому что разве что контрить каких-то там, к примеру, персонажей типа Жултана, там Веромоса, потому что они будут бить ее, так как это контр-стихия, вы все это прекрасно знаете. И что рассказать о пассивке? Самое главное, о первой вот этой части создает святой щит, дарующий иммунитет ко всем ослабляющим эффектам. Но вроде бы написано все четко и прекрасно и красиво, да? И когда мне такой вот совет дали на в гильдии, по-моему, или где, я не помню. В общем, кто-то мне посоветовал против Акром взять, вы знаете, часто встречается на 67-м этаже, на 87-м, ну, смотря какая там, какой месяц и где попадется вот эта вот Акрома. Вы знаете, две Акромы стоит и один Зайрос. Те, кто проходил и доходил до этих этажей, вы знаете, это не самый легкий этаж во всей башне. Да, тяжеловато убить. Почему? Потому что на Акром якобы не работает ни один дебаф. Но на самом деле это действительно так. Что мне просто советовали? Возьми Хву, возьми Верада и тому подобных персонажей, которые будут сливать атакбар Акроме. Сразу же скажу, ничего на Акрому не работает. Это первое. Что я хотел сказать, и вы видите, я написал еще и Обливиан, знаете, о таком персонаже, как Тессарион, да, то есть это огненный ифрит, и у него третий скилл вешает Обливиан, то есть блокирует пассивку, но сам факт того, что на Акрому не проходит ничего, следовательно, Тессарион не является контроль Акроме, то есть Акрому законтролить любым дебафом в этой игре невозможно, на нее не проходит абсолюточки ничего, не сливается атакбар, ни расколы, ни какие-то там доты, бомбы не проходят, абсолютно ничего. Какой лично я дам совет, вот проходя вот эти вот башни, вам нужно просто больше подхила. Я использовал таких хиллеров типа Часунки, кстати, мне Хлоя тоже помогла, потому что, знаете, ее иммунитет, ее вот этот вот даже щит, подхил, все вот это все вместе, оно очень помогло. И кто мне еще был хиллером? Я не помню, по-моему, белку я еще использовал, да. То есть мне три хиллера было с головой даже на 87 этаже. 87 этаже, где были эти Акромы. Я просто не помню, в каком месяце. Сейчас на данный момент, да, я, кстати, на 93 этаже харда. И дальше пока не могу подняться. Вот мы и перешли к Лайке. Да, это рыцарь драконов огня. На самом деле персонаж не самый редкий. В игре встречается часто. И немногие знают, как работает же правильно его пассивка. А точнее, чем ее можно законтрить, чем нельзя. И в каких ситуации, как она себя поведет. На самом деле, это, наверное, единственный персонаж, которого бы я хотел бы из этого семейства видеть у себя в своих рядах. Ну, просто больше всего мне вот Лайка нравится. Я не говорю, что остальные корм, просто я бы хотел Лайку. И сейчас возьмем такие два варианта, которые я заметил, лично протестировал, то есть без никаких посредников. Что скажу о его пассивке? Я в пример взял вот
Обливиан и стан. Опять же, там я не дописал немножко. Ну ладно, я это оговорю в видео. Смотрите, в плане Обливиана, вы знаете такого персонажа, как Тессарион Огня, буквально минутку назад мы его обсуждали, он может законтрить его пассивку. Но в чем штука? К примеру, возьмем Тессариона, который походит, допустим, первым либо вторым скиллом. Абсолютно неважно. И вы знаете, там есть шанс, что он накинет Обливиан. Но самое главное, что пассивка у Лайки срабатывает сразу же после нанесения урона. А вы знаете, сначала идет урон, а потом накидывается. Аж в самом конце, если вот бить, допустим, Тессарионом вторым скиллом, вы знаете, пройдет первая атака, вторая атака, третья атака. Аж потом проходит раскол. Ну, либо если он там залетает с третьего, допустим, удара, правильно? Либо там с первого, смотря как вам повезет. И аж потом накидывается Обливиан. И что скажу так, что если у Лайки вот этих вот 30% прокнуло, и вы должны как бы в ответ застанить, вы застанете сразу же после третьей атаки. Следовательно, да, Обливиан повесится на Лайку, но до этого у вас есть шанс, что вы в ответ застанете этого же Тессариона. Работает это абсолютно с любыми персонажами. Возьмем, к примеру, вот мне задали вопрос и даже скинули скрин с таким персонажем, вы знаете, как Луэр, это Фантом Водяной. Фантомчик, то есть его если одеть Деспайр, вы знаете, он превращается в очень хорошего контроллера, и третьим скиллом он накидывает раскол, плюс понижает атак пар, и если еще и в Деспайр сете, может еще и застанить. И вот он мне скинул скрин, где Лайка застанил в ответ через стан, ну как мне человек выразил, через стан застанил Луэра. Скажу так, если Лайка уже стоит в стане, пассивка его работать не будет. То есть вы можете аннигилировать, избивать, насиловать Лайку. Как хотите, пассивка его работать не будет. Но рассмотрим этот случай. То есть человек походил луэром, ударил третьим скиллом. Вы знаете, сначала проходит урон, следовательно, Лайка сразу же контр-атаковал его станом, то есть своей же пассивкой. Следовательно, застанил луэра. Ну и луэр его после этого тоже застанил. Лайка раньше застанил, чем его луэр. У Лайки пассивка сработала раньше, потому что урон проходит первым. Не забывайте это, и иногда это сыграет вам на руку. То есть вы будете знать, как и где законтролить эту Лаечку. Перешли к Чандре, вы знаете, это монах воды. Вот это поворот! Довольно-таки популярный персонаж, на самом деле, даже другу он моему недавно выпал, этот персонаж. И точно такой же щит, насколько я помню, есть у персонажа тьмы, то есть этого же семейства. Но не будем разбирать его, мы просто разберем щит, а этот щит есть еще у одного либо двух там персонажей. Сам факт. Просто разберем его второй скилл. И вы видите, четвертый, пятый пункт будет посвящен его второму скиллу. Но разберем сначала четвертый пункт. То есть второй его баф на персонажа плюс дебафы. Либо против дебафов, я не знаю, как правильно бы это выразить. К примеру, возьмем ситуацию. Вы на арене воюете, у вас есть Чандра, либо у противника, неважно. Допустим, Чандра накинул на кого-то свой вот этот щит. Вы знаете, что он делает, то есть на три хода висит этот щит на союзнике, щит, вы знаете, также можно снять, это не проблема, вот, и принимает 50% первоначального урона на себя. Опять же, я не думаю, что это стоит объяснять. К примеру, там какой-то ДДшка ударил на 10 тысяч, 5 тысяч урона пойдет Чандре, а тому, на ком висит щит, вообще ничего по урону не пройдет. И сейчас рассмотрим такие дебафы, к примеру, как дот, раскол и тому подобное. Сразу же скажу, того персонажа, которого бьют и на ком висит щит, урон по нему не пройдет. Но все дебафы будут вешаться на того персонажа, которого бьют, пускай на нем даже висит щит. То есть на Чандру никакие дебафы не перекатятся. Что хочу еще добавить. Если на этом же персонаже висят такие штуки, как бомба, к примеру, либо дот, бомба убивает даже сквозь щит, наносит урон абсолютно полный, то есть Чандра даже не получит никакого урона. Следовательно, щит Чандры, вы уже понимаете, чем можно конкретно контрить. Конкретно контрить, прикольно звучит. Вот, также доты очень хорошо работают, потому что доты также пробивают этот щит, то есть они даже никакого урона не наносят Чандре, то есть это прямая действительно контра Чандре, ну либо просто снять этот щит, если вам сделать это проще. Почему я и считаю Чандру одними из самых, так скажем, слабых персонажей
из этого семейства, но это лишь мое мнение. Я не говорю, что он вообще абсолютный корм. Да, он где-то очень и очень неплохо зарулит, особенно если вы его будете использовать правильно и особенно в атаке. В защите Чандры очень легко контриться, а вот в атаке с Чандры можно действительно творить чудеса. Это факт, да. Но я рассматриваю других представителей типа Огня и Ветра, потому что они и в защите, и в атаке могут натворить таких дел, ой-ой-ой. Но с Чандрой, наверное, в атаке все-таки проще, можно сделать очень хорошую контру. Вот, то есть четвертый пункт мы рассмотрели. Бомба пробивает сквозь щит, доты также проходят. Пятый пункт, опять же, он связан, естественно, с щитом Чандры. И что заметил один из моих подписчиков и скинул мне эту информацию, потому что я раньше просто не замечал. И вы знаете, у меня нет Джултана, то есть это Вервульфа Тьмы. Нет у меня такого персонажа, и не было у меня возможности проверить, да и я никогда этого действительно не замечал. То есть он рассказал такую историю. У него есть в команде Чандра, он накинул этот щит на своего второго персонажа. Но самое главное, у того персонажа, на которого накинул Чандра, осталось, ну там буквально, ну копеечка хп, писелюшка, как я говорю, хп, то есть он должен, по идее, сдохнуть, но на нем висит якобы щит Чандры, следовательно, он его защищает фактически от любого урона. Там дотов на персонаже не было, бомб в противоположной команде тоже не было, но он походил вот этим персонажем, на ком висел вот этот щит Чандры, и у которого было мало хп, он ударил Жултана. А Жултана пассивка сработала и убила этого персонажа. Следовательно, вы видите, опять же, третья контра щиту Чандры. Щит не работает против пассивки Чандры. Да, вот так, ой, против пассивки Жултана, прошу прощения, оговорился. То есть вы видите, где-то это может тоже сыграть вам на руку, либо наоборот, где-то законтрить, помочь вам. То есть не забывайте, щит не спасает против пассивки такого персонажа, как Жултан, Вервульф Тьмы. И да, под конец мы, я думаю, сыграем в лотерейку. Сейчас посмотрим, сколько нам маны упадет, 10 тысяч, либо 70. Хотя нет, на самом деле, знаете, мне почему-то падает либо 10 тысяч маны, либо очень редко 150 тысяч. 5... Сумка такая, ну... Нафиг мне твои 5 перьев. Ну ладно, это, наверное, лучше, чем 10 тысяч маны. Хоть что-то, да. Блин, еще и в плюс вошли. И сейчас мы повоюем с мировым боссом. Посмотрим, что у нас интересненького будет. Так, мы уже в рубине, что-то странно. На самом деле, я просто, когда вот начинаю первый вот бой, я всегда почти в трех голдюнях нахожусь. То есть есть шанс войти, что ли, в два рубина. Но я в двух рубинах еще ни разу не был. А нет, вру, это когда первые вот эти вот были недели, когда только ввели мирового босса, еще не было вот этой правильной статистики. Там я был в двух рубинах, но там все были и в двух, и в трех рубинах. То есть это... Ёперный, 25 тысяч маны. Ну, в принципе, 25 тысяч маны за 10 энергии неплохо. Это почти как в раскол сходить. Итак, 5700 ранг. Нет, наверное, вряд ли мы вступим. Вряд ли мы зайдем в два рубинчика. Но все равно я с двумя рубинами не закончу. Там, по-моему, 200 кристаллов дадут за неделю. 175-200 это такое мелочи жизни. Да-да-да. Да, народ, кстати, если вы заметили что-то подобное, хотели бы внести свою лепту, либо какую-то информацию внести в подобное вот видео, то есть в фишки и механику этой игры, то есть вы можете написать мне ВКонтакте, вот рассказать подобную историю, там, как и что заметили вы. И я, возможно, рассмотрю ваш случай, почему бы и нет. То есть многого я еще чего-то не знаю. То есть реально много таких идей еще там по поводу зданий, еще чего-то. Ой, еще будет, ну, десяток, наверное, видео с подобной темой. Да, на самом деле механика очень тяжелая в игре, и с разными скиллами она работает по-разному. Много комбинаций. О, класс. Топовая руна 4 звезды. Ну, места нету, поэтому мы ее продадим. Да, и... Нет, не хватило, да? Спасибо, народ, что смотрели это видео. Надеюсь, было оно чем-то для вас полезным и открыло для вас что-то новое, да. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья, добавляйтесь также в группу, в которой вы сможете задать свой любой, по сути дела, вопрос. Также вот скажу на данный момент, что мы сотрудничаем с одной из групп, в которой вот сейчас я покажу вам, да, скрин этой группы. Вы можете тоже туда добавиться также. И в группе на стенке вы сможете там купить, продать, я не знаю, там выставить свой аккаунт, его там оценят. Возможно, вы хотите обменяться с кем-то там и тому подобное. То есть группа посвящена продажам, обменам, аккаунтам
с этой игры. Поэтому пользуйтесь, общайтесь, договаривайтесь. Если что, я гарант, вы знаете, я всегда с этим помогу. Но самое главное, не забывайте, я не оцениваю аккаунты. Я не даю советов, стоит ли меняться или не меняться. Я лишь выступаю гарантом. То есть я делаю так, чтобы ваша сделка прошла со 100% четкой и чистой вероятностью. То есть ни вас не кинут, ни вы никого не кинете. Всем спасибо, всем удачи, качайте правильных монстров, вызывайте офигенных первородок, они как у меня вот этот вот шлак. И до встречи, пока-пока.